Казахстан обратился с просьбой к Вьетнаму поддержать кандидатуру нашей страны на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. Соответствующее письмо Нурсултана Назарбаева руководство этой страны передал председатель Мажилиса Кабибулат Джакупов в ходе первого официального визита парламентской делегации в Ханой. На встрече с президентом Вьетнама Чхионг Танг Шангом речь шла и об укреплении двусторонних отношений. Прежде всего в туризме, нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве. Вьетнамский лидер высоко оценил успехи Казахстана. По его мнению, стимул для развития двух стран, в том числе и тесное сотрудничество предпринимателей. Визит казахстанской делегации в Ханой совпал с проведением 132-й ассамблеи Межпарламентского союза. Глобальную повестку дня по устойчивому развитию обсуждали свыше 1500 делегатов из 150 стран мира. Кабибулат Джакупов рассказал о роли Казахстана в этом направлении, в частности, о потенциале уникальной площадки G-Global. И здесь мы готовы предложить использовать международную коммуникативную площадку G-Global. При Астанинском экономическом форуме он был создан по инициативе президента Республики Казахстан в целях объединения мировых умов для обсуждения глобальных вопросов мирового развития и выработки конструктивных предложений по их решению. Для достижения целей устойчивого развития нам необходим более широкий формат глобального диалога. Актуальность темы 132-й ассамблеи МПС, отмеченной в ходе встречи Кабибулы Джакупова с председателем Межпарламентского союза Сабером Хосейном Чоудри. Развитие межпарламентских контактов спикер Мажилиса обсудил со своими коллегами из Вьетнама, Иордании и Швеции. Особое внимание собеседники уделили также вкладу Казахстана в решение вопросов международной безопасности. Речь шла и о ключевой роли Экспо-2017 в расширении сотрудничества между странами.